привет! В сегодняшнем видео пойдет речь об NFT в экосистеме SUI. И для начала SUI — это блокчейн, который разрабатывается, еще он майнет не вышел, сейчас проходит тестнете, и данный блокчейн собрал от фондов 338 миллионов долларов. И все очень надеются, что будет какой-то дроп, как было это с Aptos. В Aptos давали дроп за NFT, и также кто регистрировался там на тестнет. Я, кстати, получила 1100, по-моему, в долларах за минт NFT, поэтому советую вам не пропускать минты в экосистеме SUI, потому что, возможно, тоже будет дроп, и никто не знает, за какую именно NFT и вообще будет ли за NFT. Поэтому максимально выполняйте все там задания, тестнеты в экосистеме SUI, и также про всякие тестнеты, где можно там или заметить NFT, или протестировать какую-то площадку, я пишу в своем телеграм-канале, поэтому обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании, там часто выходит очень полезная информация, поэтому жду вас в своем канале. Итак, первую NFT мы заметим, это, как они пишут, это будет самая первая игра Play to Earn, которая разрабатывается в экосистеме SUI. Очень вероятно, что данный значок будет полезен в будущем. Возможно, будет какой-то ранний доступ к игре, поэтому не пропускайте и мините. По заданиям тут прям максимально мало заданий, просто переходим на Twitter, подписываемся на Twitter, и также нам нужно будет сделать ретвит и подписаться на Discord. Но в Discord нужно еще пройти верификацию, чтобы у нас засчиталось задание. Вот, переходим, нажимаем подписку, проверяем. Также нажимаем ретвитнуть. Делаем ретвит поста, ну и я еще лайк ставлю. Также нажимаем проверить. И здесь, где Discord, нажимаем присоединиться и переходим в Discord. Их уже 20 тысяч подписчиков. Итак, здесь, где в канале верификация, тоже тут прожимаем. И нам нужно пройти капчу. Нас перекинет на сайт. Там нужно залогинить свой Discord, и автоматически у вас пройдет капча, по идее. Так, здесь вы нажимаете автоматизироваться, подтверждаете, что это вы. Все, у вас законнектило на сайте, получается. И здесь вы должны прожать, что вы не бот. Сейчас выскочит здесь окошко. Вот, нажимаем, что я человек. И здесь выбираю. Ну и получается все, вы там на сайте прошли, теперь вам нужно в API роль прожать обезьян. Все, у вас откроются все каналы, значит все окей. Будем обратно на сайт и нажимаем проверить. Все. А, кстати, вот и подгрузился твит. Теперь мы должны, вот, пишется, что нам доступна одна NFT для чеканки. Нажали сюда требовательно, и получается она минтится у нас. Минтится она в сети Polygon'а, походу даже без комиссии. Все, она должна будет появиться у нас, если вы зайдете в профиль. Здесь она у вас появится, но она буквально там через пару минут появляется. И также еще можно заклеймить целых 8 NFT-шек в экосистеме SUI. Обязательно тоже это сделайте. Пост писал у тебя в телеграм-канале, поэтому переходите. Там есть ссылка на данный, на данную вот прямо эти NFT-шки все. Дальше что вы делаете? Вы переходите на каждую NFT-шку и также выполняете задание. Я это уже заклеймила. Выполняете задание, тут, конечно, заданий больше, но ничего сложного нет. Выполнили задание и нажали здесь клей.
Также переходите в следующую NFT-шку и выполняете там задание. Мне тут осталось сделать вид. И также нажимаю, у вас загорится синеньким. И вы нажимаете claim. Ничего сложного нету. Там подписки, ретвиты, твиты. Поэтому советую забрать все NFT. Возможно, будет какой-то дроп, и нам повезет. Поэтому обязательно клеймите вот эту обезьянку. Возможно, будет доступ в игру по ней. Возможно, конечно, ничего не будет, но советую не жалеть своего времени на это дело, потому что никто не знает, за что будет дроп. Не появилась. Ну ладно, она появится по-любому. И также вот эти все, когда вы заклеймите, они у вас тоже появятся здесь, в профиле у вас. Все, надеюсь, видео было полезным. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на мой YouTube-канал, также ставьте лайк данному видео и комментируйте. Мне будет очень приятно. Всем желаю удачи, всем пока!